Готовность образовательных учреждений районные чиновники проверили лично. Выездная коллегия администрации Колпинского посетила две школы в поселке Понтонный. Объезд образовательных учреждений в преддверии 1 сентября – мероприятие ежегодное и обязательное. В этом году на подготовку районных школ выделили 323 миллиона 300 тысяч рублей. Большая их часть, свыше 200 миллионов, пошла на закупку оборудования и ремонт. Однако средств на все, как обычно, не хватило. Так, например, 520-я школа в поселке Понтонный похвасталась интерактивными досками в классах и пожаловалась на растрескавшиеся деревянные рамы. Одна из первоочередных задач, которую видит администрация района и отдел образования, это то, что обеспечить замену старых оконных проемов на стеклопакеты, что уже давным-давно уже вошло в обиход, а мы здесь еще такую картину наблюдаем. И, конечно же, первоочередная задача – это освещение во всех школах. В городскую программу «Светлая школа», которая завершилась в 2009 году, образовательные учреждения Колпинского района не попали. Теперь это забота администрации. Зная такие слабые места, чиновники формируют бюджет на будущий год. Уже сейчас подсчитали, только на текущий ремонт необходимо почти 300 миллионов рублей.